Что делать, если жених преподнес себя изначально как православный человек, познакомились в православной компании, много беседовали на тему веры, посещали богослужение, потом вдруг на одном из свиданий, когда поделился духовными переживаниями, в ответ получил саркастическую шутку. Я была в шоке. Аккуратно спросила, мол, я даже не знаю, что теперь думать, услышав от тебя такое. Как это понимать? Он ответил, что это отголоски его неверующего прошлого. Я теперь сомневаюсь. Ну, в чем тут можно сомневаться? Мы люди ветхие, да, и, во-первых, сразу приходит евангельское такое выражение «мечи бисер перед свиньями». Кто такие свиньи? Ну, мы все такие, немножко свиньи. Даже святые в молитве писали про себя, в те молитвы, которые мы читаем ко причастию, это же молитвы святых. И это правильные молитвы. Это Пушкин, православное молитвослово, богослужение. И там сказано, что яко свинья лежит в колу, так я греху служу. То есть как свинья лежит в испражнениях, так и я служу греху. То есть святые назывались свиньями. Поэтому мы в некотором роде такие же точно свиньи, которые, очищаясь у Бога, получая причастие, снова приходим и снова в свои грехи плюхаемся. Вот. И раз мы плюхаемся в свои грехи, то и бисер надо метать ни перед кем. Вот тут есть духовное открытие сокровенное, пусть они будут у тебя. Потому что враг искушает всех. И враг, искусив, забросив какие-то саркастические помыслы вашего человека, потом над вами посмеется. И вам будет неприятно. И вы все растеряете. То вот теплое, духовное, что это было. Поэтому сомневаться не надо. В чем тут сомневаться? В том, что человек немощен. В том, что человек очень долго остается ветхим. Потому что, ну, верующие вообще все православные, вот все, кто крещенные, называют себя православными, большинство. Только некоторые из них говорят, я хочу раскреститься, я не верующий. Вот. А большинство говорят, да, я православный, ну, где его православие? Вот. Если он в храм не ходит, не спается, не причащается. Ну, по сути, язычник, только имеющий православное крещение и крестик на шее носит. Более того, есть известнейшая история из жития Макария Великого, который шел по пустыне, увидел череп. И ему захотелось узнать, кто это, где его душа. Он посохом взял пальмовую такую палочку, ветвь, коснулся и повелеваю тебе, скажи, кто ты и где находится твоя душа. Он сказал, что языческий жрец, предводитель, главный среди языческих жрецов. То есть это главный среди служителей сатаны. Язычники – это жители сатаны. Они служители идолам, а идолы – в идолах прячутся бесы. Он говорит, где твоя душа? Он говорит, она находится в аду, ну как бы это некий огонь глубиной от земли до неба, то есть некий невероятно глубокий огонь, в котором души страшно томятся. И только иногда, когда здесь молится кто-то, или они получают утешение, они выныривают, или не видя друг друга. Мы понимаем, что кто-то где-то рядом, но не видим друг друга. Вот. И иногда только поворачиваемся, начинаем видеть друг друга. И он говорит, а если кто ниже вас? Он говорит, да, говорит, есть и хуже мучения, ниже нас. И преподобный Макарий спросил, а кто эти люди, которые еще в более невыразимом мучении находятся? Он сказал, я языческий жрец. Я не знал веры в Бога, я не был христианином, я не знал Иисуса Христа. И поэтому я творил зло вот по незнанию. А ниже нас находятся христиане, которые знали про Христа, имели православное крещение и сознательно отверглись от Него. То есть не ходили в храм, не причащались, не спаслись, ну просто плюнули на духовную жизнь. Ну, не то чтобы, как бы, но фактически так и есть. Вот они находятся ниже. Знали Христа, знали о том, что надо спасать душу, знали об исповеди и причастии и сознательно это не делали, отвергнулись. В силу тех, неважно каких причин, но не делали. Они находятся хуже нас, ниже нас. Поэтому вот надо стараться спасать свою душу и все-таки идти в храм и исповедоваться, и причащаться. Даже те люди, которые приходят в церковь, исповедуются, причащаются, очень долго они остаются ветхими. Что это значит? Но в храме хоть и сложно, и тяжело прийти в храм, а кому-то, кто-то так и не сможет никогда это сделать, прийти в храм, научиться молиться, креститься, ставить свечки, исповедоваться, причащаться, это не главное. То есть вести себя в храме благочестиво, там, слушать богослужение, там, даже петь на клиросе или служить в алтаре, как священник, это не главное. Это самое простое, а самое сложное – изменить себя.
чтобы ты не остался тем ветхим человеком, с теми взглядами, с теми моделями поведения, с тем же раздражением, с тем же своеволием, с той же алчностью, с тем же блудом, который ты был до прихода в церковь. Если ты таким останешься, это хуже всего. Ты будешь фарисеем. Самое главное, внутренне изменить себя. И поэтому верующие мы все, православные мы все, а вот меняемся очень тяжело и трудно, и долго. Поэтому, раз вы сказали, что он молодой человек, жених, наверное, не знаю, какой по возрасту, но это не так быстро, не так просто. И меняться, если вы выберете его себе в мужья, вам придется вместе. Очень долго. И съев много пудов соли. Только так, пройдя через скорби. Помоги, Господи.